Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами играть... Stardew Valley. Я просто только что записывал уматовую игру. Да. Надеюсь, вы скоро ее увидите. Просто я еще не полностью отошел. Да, с окончания прошло буквально пару минут. Так, ладно. Надо немножко отдышаться и продолжить наше путешествие. И давайте посмотрим, как всегда, что у нас тут Fortune Teller. Так, погодка. Что за погодка? Опять. Я бы уже дождика какого-то хотел. Не знаю, блин. Реально задалбываешься поливать такой большой огород. Наверное, я его буду как-то переделывать. Ну, быть может, в какой-то из следующих серий. Ягодки! Ягодки! У нас есть куст с ягодами. Салмонберри. К сожалению, я не успел прочесть, конечно же, как это ягода переводится. Ну ладно. Так, дорогой сосед, я надеюсь, что ты поселился. Ля-ля-ля. Так, теперь ты можешь купить у Пьера в магазине fertilizers, то есть удобрения. Это такие боксы, в общем, понятно. Хорошо. Так, ягодку одну собрали. Видимо, будем ходить и эти ягодки собирать. 25 энергии они нам восстанавливают и 10 здоровья. Йен-то прикольно. Но нас интересует в данный момент единственная лейка. Так, соберем вот это. Ох, блин. Да. Все, надо отвлечься и переключиться. Потому что... Так, ладушки, давай поливай. Опять зеленый горошек. Очередной у нас клубничечка. Конечно, тоже не будем забывать. Да, буду я, наверное, переделывать. Куда? А, ты пить хочешь? Кузя. Ты мой милый, хороший, дорогой. Кстати, нам уже не нужна особо коса. Потому что мы можем косить нашим мечом. В прошлой серии мы с вами снова посетили шахты и не так, чтобы углубились, но потихоньку. Кажется, что там будет все опаснее и опасней. Так, почему я обхожу, если нам нужно поливать? Так, хорошо. Вот мы и закончили наш полив. Мегаполив. Кузя бегает вокруг меня и просто гавкает. Я не знаю, что он там, конечно, видит. Может, слышит. Или что-то еще. Давайте сходим, наверное, в магазин. Потому что сегодня вторник. Завтра, если что-то можно будет продать, то мы это не сможем, конечно же, сделать. Так, две оставим. Так. Бам-бам-бам-бам. И две ягодки, интересно, мы сможем продать? Что у нас на доске? Требуется помощь. Я подарю тебе одно сердечко навсегда, если ты мне принесешь морковку пещерную. Хейли. О, кстати, Хейли. 75 грамм. А, 75 еще заплатит за это. Классно. Кстати, да, очень классно. Морковку. Интересно, как будет себя вести, конечно, пещера на следующий день. Потому что мы были в ней на 15-й. Ну ладно, мы заэксептим и посмотрим, сколько нам на доставку. 2 дня. Можно будет отправиться завтра. Ну, то есть по игре. Снова не помешает. Опаньки, что тут происходит? Добро пожаловать в магазин у Пьера. Как я могу помочь? То есть ты меня что, не узнаешь уже в шляпе, что ли? А это кто такой еще? А, Морис.
Моррис — это заведующий или главный менеджер Джорджа Маркета. Приходите и берите, друзья, купоны с 50% скидками в Джорджа Марте. 50%? Что есть? Итак, есть желающие? Так, а я тоже хочу, подожди. Так, походу они что-то мочатся там между собой, да? Они все поубегали, что ли, или отлупасили? Я думал, его лупасят, уже там глаза выкалывают, уши вырывают, волосы выдирают, зубы выбивают и галстук на одно место натягивают. Должно быть, тебе так сложно? А, должно быть, тебе тяжело терять своих постоянных клиентов таким образом. Но разве их можно винить? Джорджа корпорация — это просто отличный выбор. И достаточно скоро весь город поймет это. Ох, блин, ты что, закроете магазин? А что там происходит? Это что такое? А, они понабирали себе всяких... Что? Я что-то нифига не понимаю. Там то ли спортивный зал они устроили, то ли чем-то они таким неприличным занимаются. Одна скакалка и другая. Что происходит? Может, сегодня день какого-то спорта? Так, я всегда делаю свои покупки здесь. Молодец, Льюис. Эбигейл. Я, извини, но сейчас я не в лучшем настроении. Так, ладно. Ой, давайте продадим то, что нам не надо. Перцы всякие. И дафодил. Нарцисс за 45. Нет. Вынужден отказаться. Так, было бы хорошо, конечно же, здесь еще перекусить. Так, отлично. Давай, дальше. Еще. Еще ягод. Еще. И как раз отправимся на рыбалку. Давай-ка. Не хочешь? Не понял. О, здесь смог. Джорджа Кола. Офигенски. Ну? Рыбка. Рыбка, рыбка, вылази. Вылази на караси. Нет, 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 не упускай, не упускай, не упускай, не упускай, не упускай, не упускай. Держи, 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 дружок, держи. А, ты сволочь какая. Тихо, 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 тихо. Ну почти же вытащил тебя, блин. А, да, просрал. Что ж так тяжело, блин? То ли мне так везет. Четыре тридцать уже. И чувак сзади пристроился. Ты чё сзади стоишь? Мужик, отойди. Надо было какие-то железные... Какую-то железную пластину на задницу вставить в трусы. А то мало ли что. Какой-то он странный. О, вот теперь получилось. Small Mouth Bass. Хорошо. Хотя бы. Ага.
Да блин, ну что такое? Держи, держи его! Вот когда говорю держи, держи, он меня не слушает. Вот, вот... А, есть, хорошо. Так, очередная. Понятно. Так, стоп, а если я что-то сейчас словлю, у меня просто-напросто не будет места. Что это такое? А, вынужден отказаться. Да я не тебе даю, я сам хочу сожрать. Давай. Чувак, не смотри на меня. Не дыши мне в затылок. Это меня нервирует. Это все из-за него у меня не получается. Я понял. Он вот стоит, блин, и втыкает, как мы это все делаем. Вот, вали отсюда, блин. И подальше. Противный. 6.20. Еще один идет, нет? Нет, Сэм, проходи мимо. Мимо проходи, нечего тебе тут пялиться. Не на что здесь смотреть. Подумаешь, чувак, в фермерской шапке, в крутых ботинках шахтерских, ловит рыбу, стоит с моста. Как раз вечерочек. Может, нам удастся какую-то специальную рыбу словить? Тут же тоже рыбалка. Я не помню, говорил, друзья, или нет. Но рыбалка здесь каждая... При каждой погоде, время суток, там некоторые возможности словить какую-то уникальную или какую-то там более-менее крутую, какую-то классную или редкую рыбу увеличиваются. Вероятность. Да не убегай ты. Держи, держи ее, держи. Что-то мне подсказывает, что эти уникальные рыбы будет очень сложно споймать. Так, брим очередной. Хорошо. Давай еще. А я стою, рыбу ловлю, а мне все пофиг, Эллиот гуляет, а я забыл одеть трусы, и что-то он меня сильно напрягает. Ладно. Еще сожрем. Окей, 9.30. Да нет, ну куда ты? Так, хорошо. Для рыбки бы, конечно, место еще оставить. Но я сейчас, скорее всего, немножко посажу вот это все. Полью. И дальше продолжим. Ой, не успел я, к сожалению, все посадить. Хотя у нас и энергии, конечно, половина еще есть. Но Кузя говорит, давай, чувак, ложись спать, потому что мне скучно самому. И не забудь завтра трусы одеть, если пойдешь опять на рыбалку. На тот же мостик. Место встречи изменить нельзя, да? Ладненько, ложимся спать. Level up fishing. Круто. Ох, эта рыбалка. Всю постель провонял. И как же мне неудобно спать в этой шапке и в этих ботинках. Мало ли какая гадость на них завелась. Может, какие-то личинки каких-то жуков прицепились. Ну ладно. Придется терпеть пока что, да? Пока получше одежку не нашли. Хорошо. Давайте посмотрим. Queen of Source, реран. Что за реран? Coleslaw. Да мы уже учили Coleslaw. Здравствуй, новый день. У нас куча тюльпанов. И это просто офигенски. Давайте их сразу же пособираем. Блин, надо было тюльпанов набрать. Я забыл совсем, что у нас тут... А, полный инвентарь. Ладно. Пока сиди.
Капусточка скоро будет. Да, и проведем эксперимент, кстати, насчет цветной капусты и фертилайзера. Итак, друзья, момент истины. Где-то вот здесь вот ее с краю, наверное, или посередке. Давайте здесь посередке насыпем. Вот, отлично. Теперь возьмем вот эту штучку, посолим и польем. Будем надеяться, что это будет достаточно быстро. Хотя я сомневаюсь, если честно. И, естественно, у меня в планах заготовить много дерева, потому что нам придется потом еще и мосты чинить. Так, забирай, хорошо. Еще забирай. Лишними не будут. Кустик, ягодку отдай. Там еще были ягоды. 11. 10 здоровья они нам восстанавливают, да? О, класс. Лучший момент, чтобы пойти. Давай еще одну. Так, хорошо. Может, с нулевого пойдем и дальше, и дальше, и дальше вниз? Давайте сделаем так. Я совсем забыл, что здесь вообще нифига нет практически. Только недавно об этом говорил. Есть, хорошо. Так, а копирорчики есть, между прочим. Кейв-кэроты. А где мы их находили в прошлый раз? По-моему, в каких-то бочках. Или в ящиках, да? Походу, да. Так, ну. Выход. Дай мне выход. Нет, придется сюда идти. Слайма. Получи-ка. Накати-ка. Я ударю-ка. Копирорчик. Копирорчик, дорогой. Ага. Больше здесь ничего нет. Лучше их зажимать, конечно, в каком-то углу и валить. Опа, это что такое? Дварф скролл, нифига себе. Я нашел артефакт. Куратор. Ага, куратор музея должен знать об этом. Ладно. Блин, прикольно. Даже такое есть. Окей. Опа. Так, чувак, я к тебе дел вообще никаких не имею. И ты ко мне тоже не лезь. Так вот мы встанем. И пускай сюда налетают к нам. Ага. Ну что? Зеленые засранки. Да что ты такое? Ты, блин, да сдохни ты уже. Сколько можно? Спасибо тебе большое. Здесь проход? Нет. Здесь проход? Здесь? Нет? А нет. Угу, подкрепимся. Соплюшами. Так, интересно, можно вообще найти... Да, здесь проходик. Хорошо. Но морковки не видать. И не пахнет даже ею. Я не знаю почему. Но как минимум фигею. Что-то я сегодня с стихами заговорил.
Не знаю. Да сюда ты бей. Давай. Как я могу их пропускать? Быть может, какой-то скоростной меч будет потом. Но морковок нет. И это фигово. Жалко, хотелось бы, конечно, получить очередное сердечко на халяву от нашей возлюбленной. Но, видимо, не судьба. Да, уже и поздно. А там что такое? Там проход какой-то? Да, походу, здесь проходик. Но, блин, здесь так темно. А чё тут так темно? Вообще темень, блин, вырви глаз. Ты ответишь, сляма, за это, что выключила здесь свет. Желательно, конечно, в пещеры ходить с факелами. Ну, типа, мало ли. Но я тут даже бочек не вижу, ничего не видно. Так, ладно, будем идти до упора. Вот, 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 должны быть здесь. Блин, если сейчас не будет морковок, я очень опечалюсь. Да, морковка. Круто, выходим. Только куда бы еще, конечно, выйти? Седьмой этаж. У нас было вроде бы как 2 дня, да? То есть на следующий день мы с вами можем занести эту морковку. Если выживем, конечно, здесь. Потому что еще 3 этажа пилять. А выхода я что-то не могу найти. Что-то не везет, блин. Ну что так вот, есть, хорошо. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Так, копирорчики. Копирорчики. Так, здесь ничего. Да, проход, отлично. Вот, 10-й этаж. Все, выгребаем. 1:40. Шаримся по ночам. Ой. Единственная надежда будет на Хейли, что она все-таки стоит этого, да? Так, походу, я вырубился, да? I'm passed out. Level 1 комбат. И новое кольцо? Новый рецепт кольца. Плюс 5 хп. Офигенски. Так, 2-й уровень в шахте. Пикекс улучшен и staircase. И не понял. Staircase — это у нас получается ступеньки. Да? А зачем нам ступеньки? Ну ладно. Окей, друзья. Спасибо, что смотрели. Пойдем мы, конечно. В общем, все планы увидите в следующей серии. Я не буду вас грузить. Единственное, что... Да, я не буду ничего начинать, потому что у нас идет сохранение. Надеюсь, вам понравилось. Ссылка на плейлист в описании под видео. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Обязательно жду вас в следующей серии. Что-то интересненькое обязательно придумаем. Вернем все-таки эту страшную морковку. Меня, если честно, Хейли пугает со взглядами на такие морковки. Ну ладно. Увидимся в следующей серии, друзья. И в других видео, естественно, тоже. Пока-пока.